Так, смотрим, что у нас по... На радиаторах у нас по 50 с лишним градусом, 52-53. На стыке модема и разъема, то есть на плате модема 60 градусов. Ну, тут у нас примерно ситуация, как была, так и есть. Особо процессор не греется. Ну, тоже его надо охлаждать, конечно. Вот, это у нас торрент работает. Там сколько мегабайт? 46 мегабайт. Я начал на нем грузить. Вот сейчас до сих пор грузит. Скорость немножко выросла. Сейчас посмотрим. Поставлю, наверное, крышки еще. Ну, вернее, радиаторы с другими крышками. Сейчас попробуем.